Всем огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Готовлю очень вкусный, простой в приготовлении салат из обыкновенной свеклы. Добавлю свежий огурец для такого уже свежего летнего вкуса и, конечно же, морковь. Это один из самых моих любимых салатов, но такое практически, каждодневное приготовление. Свекла и морковка должны быть запечены в духовке до полной готовности, либо отварены на плите. Можно приготовить еще также в микроволновке. В общем, любым удобным для вас способом. Для начала свеклу нарезаю маленьким-маленьким кубиком. По идее, салат можно нарезать в произвольной форме. Свеклу нарезала, далее нарезаю морковь точно таким же аккуратным мелким кубиком. Мне почему-то кажется, что салаты, нарезанные таким мелким кубиком, гораздо вкуснее. Далее небольшим кубиком нарезаю свежий огурец. По вкусу можно добавить любую зелень, соль, немного смеси перцев для пикантности и заправить все ароматным маслом по вкусу. Все хорошо перемешаем, и салат готов. Салат очень вкусный и по-летнему свежий. Пробуйте, готовьте, я надеюсь, вам очень понравится. И кому понравится, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Не пропускайте простые доступные рецепты вместе со мной, которые выходят каждый день. Всем огромное спасибо, до свидания и пока.